Здравствуйте, меня зовут Сосо, Клой, Пасока, Китай. Всем привет! Перед тем, как начнем сегодняшнюю распаковку, хотелось поблагодарить за безвозмездное создание шапки и значка моего канала владельца канала Джим. Спасибо тебе огромное, а мы приступаем. И начинаем с распаковочки посылки. Первая посылочка, пакет в сторону. И здесь у нас находятся вот такие вот детские леггинсы. Такие леггинсы я уже заказывал. Моей дочке они уже приходили, жене очень понравились. Сейчас покажу, как она в них выглядит. Подними маечку, покажи, как сверху леггинсы. А попой повернись. Вот так, опускай маечку. Так, а мы приступаем к распаковочке следующей посылки. Так, о, что это такое? Какой-то совсем маленький-маленький малюпас. Ясно, это какой-то обычный свисток. Не знаю, что это, не знаю, кому он вообще понадобится, но все-таки такой есть на Алиэкспрессе. Вы знаете, очень-очень громкий. Внутри стоит какая-то свистулька. Так, где мой скальпель? Сам свисток металлический, имеется колечко, повесить можно на ключи и в случае чего можно свистеть. Эй, а ну погоди! Стой! Так. Вот такую хочу посылочку открыть. О, все разрезал. Сейчас. Ну и хрен с ним. Это ручка с фонариком. Не совсем даже обычная ручка. Это идет как маркер, который не видно, как он написан, если, ну, кто-то, но при свете ультрафиолетового вот этого фонарика вы можете различить надпись. Я такую вещь уже заказывал, но как-то она достаточно быстро высыхает. Внутри вот эта паста, которая находится, месяца, наверное, 3 она послужила, и паста высохла. Я не знаю, как часто ребенок ей баловался, может быть, он просто забыл ее закрыть в какой-то определенный момент, и она высохла. Ну, не суть. Пусть даже так. Так. А мы открываем следующую посылочку. Что могу сказать? Такой товар тоже у меня уже был на распаковке. Единственное, что другого цвета, это женские труселя. Вот такие трусишки. То ли хлопок, то ли что. Короче, материал, жена сказала, приятно гореть. Ну, в принципе, можно такие заказывать. И я заказал еще вот несколько пар. Почему бы и нет? Следующая посылочка. Могу сказать сразу, вот это говно я когда-то заказывал очень-очень давно, месяцев, наверное. Блин, до каких, наверное, месяцев? Полгода, наверное, прошло с того момента. Я выиграл спор, мне вернули деньги, и потом я заказывал еще. У меня была уже это на распаковке. И вот пришла мне еще одна эта штуковина. В принципе, редчайший фуфел. Но, не знаю, вообще, практически бесполезная вещь. Не советую это покупать. Я, наверное, даже не буду оставлять ссылку на это говно. Ну, очень-очень-очень дешевый пластик. Хреновенькое литье. Выглядит, в принципе, некрасиво. Если кому-то понравилось, вы напишите мне в комментах, я вам дам ссылку. Найду. Но вообще я не рекомендую. Мне не нравится эта херня. Да, честно-честно. Честно-честно. И сейчас хотел бы еще поздравить Алексея с канала Fox Alexis с рождением дочки. У него в эту пятницу, которая была, 15 или 14 числа, родилась дочка. Поздравляю, желаю здоровья, счастья. Дочка родилась. И мы открываем последнюю на сегодня посылочку.
пошелестим немножко. И здесь у нас находится вот такой вот шарф. Большой шарфик. Приехал не мне, у моей жены практически такой же есть, а может и такой же. Черт его знает. Тоже давно заказывал, а увидела подруга и говорит: слушай, попроси мужа, пусть он закажет и мне такой. Ну, конечно, надо заказать. И мне плюс посылочка на распаковку. А девушка, а как вас зовут? Меня зовут Сосо. Ну, такой вот, не знаю, платок, шарф, в общем, что-то такое. Тоже приятная на ощупь вещица. Ничем не пахнет, абсолютно ничем. Ну, сказать, что какие-то швы ровные. Ну, вот здесь один шов, который вот этот, да, прострочен, красиво, ничего не видно. А внизу здесь вот эта бахрома. То есть тут хочешь, не хочешь, она по-любому будет ровная. Ну, не тяни кота за все подробности. Говори. Вот такая получилась сегодня распаковочка. Пишите в комментариях, понравилось вам или не понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки на товары вы найдете внизу под видео. Пока!